Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MailaOp. И сегодня представляем вашему вниманию обзор экстракт-концентрат малины. Малина – это чрезвычайно полезная ягода. Ее можно использовать не только в блюдах, но и в косметических целях. Поэтому нередко такой экстракт добавляют в средства для кожи. Очень часто данный экстракт можно найти в составе омолаживающих, а также увлажняющих средств. Он абсолютно безопасен. Единственное противопоказание, которое имеет у этого вещества, индивидуальная непереносимость. Этот актив универсален, так как подойдет абсолютно для любых средств, которые предназначены для кожи лица и тела. В составе кремов он увлажняет и питает, в составе лосьонов освежает и насыщает витаминами, в составе тоников помогает бороться с воспалительными процессами. Стоит отметить тот факт, что данный экстракт прекрасно комбинируется с другими веществами. Даже если у вас нет проблем с кожей, все же стоит попробовать средства на основе экстракта концентрата малины. Они придадут сияние и свежести, улучшат цвет лица, помогут избавиться от расширенных пор и активизируют клеточное дыхание. При регулярном применении косметических средств на основе данного компонента вы заметите положительные результаты. Вот такой бутылочке мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!